дверь заклинила, лейтенант! Что стоишь? Выбей ее! Хорошо! Теперь иди на полетную палубу! Всему авиаперсоналу приготовиться к старту. Облаками они. Всему остальному персоналу немедленно покинуть полетную палубу. Нома, я еще поработаю над передачей.
наступают! Уха! Отходим к транспортеру для перезарядки. Это еще не все. Номад, в реакторе утечка. На нижних палубах остались инженеры. Тебе нужно спуститься туда, по транспортеру. Держитесь, морпехи. Мы отстоим палубу. Я иду туда. Мы попробуем прорваться на палубу. Эти ублюдки все заполнили. Дай знать, когда будешь на палубе. Понял, псих. Номад, я настроила передачу. Теперь мы сможем управлять их механизмом подзарядки с помощью твоего нано-костюма. Дай знать, если возникнут проблемы. Решил, что ты тоже из этих тварей. Ты Номад? Черт, значит ты жив? Я слышал, что ты погиб. Эй, сюда! Эй, Номад, мы тебя ждали. В реакторе утечка радиации. Мы долго не продержимся против этих тварей. Если реактор не заглушить, он рванет. Тебе надо на ту сторону. Что я должен сделать? Сначала надо отключить предохранители в обменнике. Тогда ты сможешь перезапустить реактор. Не беспокойся, я все подробно объясню.
в реакторном. Что дальше? Нажми большую красную кнопку. Аварийная остановка началась. Отлично, Нома. Стержни сейчас опустятся. Черт, стержни заклинило. Слишком много этих тварей. Похоже, они вытягивают энергию из реактора. Зомбов, мощности реактора уж точно хватит, чтобы их спалить. Далеко не уходи. Передаю сигнал на твой костюм. Кажется, сработало.
Моррисон, я иду в лабораторию за атомной пушкой. Быстрее, Номат! Ты нам нужен на палубе! Здесь что-то... что-то очень большое! Чёрт, уберите её от меня, уберите! У меня. Номад, палуба захвачена. Покидаем корабль. Живо! Покидаем корабль, Номад. Берем транспортник и взлетаем. Ждем тебя! Вас срочно... Ты должен убить ее, Номад! И как вы предлагаете мне это сделать?